Начинается обеденный перерыв для сотрудников с низким социальным... Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Но это не точно. Не точно, блядь? Серьезно? Это мое личное предположение. Раньше такого никогда не случалось. Охренеть. Как это произошло? Полагаю, после устроенного Петром сбоя побеги мутировали по неизвестным причинам. Храс, я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше.
Лабораторное оборудование является собственностью партии. После присвоения и передачи оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией. Да сколько же вас? Ой, прям в очередь, сукины дети. Послушайте, можете добить меня, пожалуйста? Да что такое? Может, медиков подождешь, а? Каких медиков? Всему предприятию, извините, кирдык. Спасатели будут еще не ясно, когда больно мне сейчас. Все равно ходить уже не смогу. С чего ты взял, что всему уже кирдык? Если бы это было так в Вавилове, то здесь бы уже были специалисты из других комплексов. Это теперь везде. Вывод очевиден. Может, можно как-то поднять это? Погоди. Со мной трое бежали. Уже пытались, да не смогли. Робот бы мог поднять. Но их ведь теперь не попросишь. Ладно, дай подумать. Вы только там не раздумывайте долго. Мне больно. Очень. Эй, послушайте, можете добить меня, пожалуйста? Да что такое? Может, медиков подождешь, а? Каких медиков? Всему предприятию, извините, кирдык. Спасатели будут еще не ясно, когда больно мне сейчас. Все равно ходить уже не смогу. Ладно, дай подумать. Вы только там не раздумывайте долго. Мне больно. Очень. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%. Thank you.
чужих взбесил. Сейчас от часа не легче. Обычно это безобидный георгий физический робот. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть. Здесь особая субстанция. Сохранение данных. Спасибо вам. Да блять! Что? Эй! Почему я? Что случилось? Храс, это снова полимерная память. Все, что он запомнил, это то, что ему больно? Я не ожидал, что это может проявиться вот так. Что со мной? Что со мной, вашу мать? Ты мертв. Просто подожди немного. Что? Чего ждать? В смысле мертв? Эй, добейте меня! Добейте! Вы же обещали! Вот так, я пошел отсюда. Блядский рот. Где она может быть, эта колба? Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищем. Здесь был кто-то до меня? Видите, он тело лежит неподалеку. Это Алексей Иванович, техник. Мы с ним как нас убили. Довольно неплохо болтали. Только он минут 20 как потух. Пару каких-то реплик бросил, а там уж неразбериха была какая-то. Что значит потух? Мысяк закончился. Не знаю, как сказать. Я думаю, это из-за вакцинации такое. Ну, что... Покойники болтают. Достаточно активность мозга. Иначе как объяснить? А кто-то еще был? Оглянитесь, тот лоб погибший. Не все разговаривают, но... Вон Виктор Степанович, пациент. Соточек как упокоился. Товарищ вон Полумбеков утром замолчал. Жалко, молодой. Все потухли. Я вот пока держусь. И вас это не удивляет? Как это не удивляет? Удивляет. Но это очень занятно. Вы вот, кстати, если выживете, не забудьте об этом сообщить. Хоть что-то полезное из этого ужаса наука-то должна вынести, а? Ну да.
чтобы и не вынести. Правдами и неправдами, верно? Ну уж, не любой ценой, если вы намекаете на мою излишнюю вовлеченность. Но если уж возможность представится. Ага. Счастливо. Товарищ майор, такие колбы используются в приводе полимерного наполнителя. Может пригодиться. Да потому и взял. Слишком уж специфично выглядит. Такое!
вернется от нового элемента. До заполнения осталось 35. 35? Отлично. Я тогда позже сяду. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными бактериями. Этот процесс происходит с заданной скоростью. Если скорость возрастет, процесс ускорится? Где пульт управления? Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Осталось найти эти электромоторы. Надо быть осторожным. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист? Работа так. Заполнение осталось 20 дней. О, сработало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Последний электромотор. Осталось остаться без патронов для бочного комфорта. Заполнение осталось 10 секунд. Так-то лучше. Кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу пчел. Романтика.
Дай так, товарищи. Надо что-то придумать со спорами грибов проращивать. Нас тут опять прислали робота, говорят, барахлит. Мы вскрыли корпус, а он внутри сплошной гриб. Не цели все полости забил. Ну что такое? Что там такого в полимерной среде роботов грибам нравится? Такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. Вы же умные, вот и придумайте что-нибудь. Больно! Это ты называешь вполне комфортной температурой? Похоже, внутри цеха установилась критически высокая температура. Да неужели? Вероятно, термонагреватели из-за сбоя пошли в разнос. Пока они кипят, цех будет заполнен раскаленным воздухом. Ясно. Где-то должна быть бойлерная. Похоже, еще немного, и котлы взорвутся нафиг. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые. Будем думать.
Это криогенный элемент. Узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча, с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробую затолкать их внутрь бойлера. И где тут вход в трубу? Так, вот впускной раструб. Это мне что теперь? Эту фигню до бойлера вручную тащить? Осталось еще два. Да неужели? Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с березой. Бойлер раскаленный, руками лучше не трогать. Надо как-то охладить его изнутри. Вообще придумал. Я уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс Вавилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. Счастье-то какое!
Товарищ майор, вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Не, жива она еще, ползает где-то здесь. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать тварь, за которой тут кровище по колено? Какого хрена? Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Степень ее вины должен установить суд. Немного ли чести? Вполне достаточно. Доктор Филатова – известный нейрохирург экстра-класса. Именно ей академик Сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов в едином коллективе. Она не должна пострадать. Вам все понятно, товарищ майор? Учту. Сохранение данных. Чего предназначен термоцех? Тут производит жаростойкий полимер. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жаростойкой флоры. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами кактации цереруса – кактус. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. После восстановления температурного режима колба наполняется автоматически. Что вот значит жарко? Жарко ему. К нам на Урал приезжай. До Столивара поработай хоть на полставочки, ядрит твою качать. Вот где закаляется человек. А он цветочками своими сидит, жалуется. Ты мне это... Ну, хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не началась. Дело, Кирюх, брось. Мы крокодовы, мы ни жара, ни трудностей не боимся ни хрена. Нам хоть печь, хоть вулкан прыгай, понял? Так что давай, брат, мне ног. Храс, что известно о девчонке Петрову? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Дмитрий Сергеевич не просто так доверил ей одно из наиболее важных направлений в создании коллектива 2.0. Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова. А это еще кто? Профессор медицины. Прославленный нейрохирург и один из двух победителей коричневой чумы. Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и соратник академика Сеченова. Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я про Филатова спросил. Талантливый нейрохирург. Ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатично.
Досадно вышло. Никто об этом не мечтал. Мечтали о звездах, светлом будущем. Лежу тут который день, только об этом и думаю. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но должно быть давно. Не один день прошел, это точно. Как ты в коридоре оказался? Меня первым прибило. Лаборант номер 42. Я в обеденный перерыв за кофе пошел, а лаборант меня вдруг за шею. Я и хрустнул. Прямо тут. Что-то рассказать можешь? Как все начиналось? Быстро, неожиданно, очень кроваво. Пойми, тебе повезло. Это сейчас тут мало роботов. В первый день тут все было как в жужжащем улье. В каждом коридоре кто-то кричал или умирал, или все вместе. И где же теперь роботы? Да кто его знает? Разобрались, наверное, по предприятию. Вот тут тоннелей сколько. Кого-то сумели остановить да вырубить. А кто-то, может, тебя поджидает за углом. Ты так спокоен? Так о чем? Я свое уже откричал, напсиховался. И сам в шоке проклятия орал. И напуганных видел, и умирающих. Особенно, знаешь, особенно пугались не те, кого роботы крошили, а те, кто видел, как я говорил, мертвый. Ты знаешь, почему так? Потому что это, мать твою, страшно говорить спокойником. А, почему говорю? Не знаю. Не знаю даже, рад ли этому обстоятельству. Да все равно. Знаешь, мне пора. Да, давай, пока. Какая-то ошибка. Сеченов должен был предвидеть. Не мог он этого не предвидеть. Надлежит воздерживаться от обсуждения работы с ним.